Сегодня на городской набережной словно репетиция Дня молодежи. Здесь проходит фестиваль Rhyme Time. Это и экстремальные виды спорта, и битвы диджеев, плюс батлы исполнителей хип-хопа и мастер-классы по разным направлениям уличной культуры. Те, кому ближе физические нагрузки, присоединились к командам по кроссфиту и воркауту, а художники граффити тут же фантазировали на тему космоса в честь 55-летия полета Гагарина.